7 лет колонии грозит камчатскому водителю-убийце. Расследование уголовного дела по ДТП, которое произошло в конце февраля в Петропавловске, завершили в полиции края. Перед судом предстанет 22-летний парень. Установлено, что 20 февраля в 5 часу утра водитель Nissan Murano сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре в микрорайоне АЗС. От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте происшествия. Как установила экспертиза, автомобиль двигался со скоростью не менее 125 км в час. Согласно медосвидетельствованию, водитель был пьян. Перед тем, как сесть за руль, он отдыхал в кафе, где употреблял алкоголь. Ранее он не раз попадался на управление автомобилем без водительских прав. Санкции, вменяемые водителю статьи, предусмотрены наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.